Будем в песочки играть. Возьмем вас. Прям в лицо все. За. Идем к воде. Пошли. Классно. У нас сегодня по-настоящему теплый денек. Смотри под ноги. Пойдем водичку посмотрим. А песочек чистенький, прелесть. С нами Сонечка. А, всем глаза с непривычки. Идем, пошли. Ой, как классно пахнет морским воздухом. Море блестит, ребята, смотрите, прелесть. Уже хочется лета. Хочется купаться. Мне тоже очень хочется купаться. Какая вода чистая. Конечно, вода холодная. Купаться еще нельзя. Но это чудесно. Будем сейчас на песке устраивать пикник. Нет, конечно. Ноги промочите. Соня, выходи. Нельзя. Выходите, выходите, выходите. Мы уже обустроились. Устроим такой мини-пикник. С булочками, кефиром. Девчонки уже роются. Ну, вот сегодня просто чудесный денечек. Я тут папочки делаю. Приходите ко мне домой. Самое вкусное печенье. Замечательная реклама. Вот, ребятки, так что такие у нас выходные. Ребята, конец апреля. Мужчина идет купаться. Вода ледяная. А вот это да! Молодец! Эмочка собирает ракушки. Вот такие скрученные. Скрученные. А вот здесь это очень красиво. Волны бьются об камушки. У нас гостиница. Очень красиво. Хорошо, возьми свой пакетик. Ребят, мы пришли на площадку. И когда вы выходите на море, вы идете на площадку или нет? Напишите мне в комментариях. А мы сейчас будем кататься. Жарко. Возле водички немножечко еще ветерок есть, а на площадке совсем тепло. Я боюсь за эти горки. Я с этой горки. А сколько у тебя зубов выпало? 6. Да. Мам, я помню. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.